Сейчас найдем тихое место и устроим распаковку одной посылки из Китая, которая к нам шла около 2 недель, но в котором Samsung с подарками. Сегодня у нас распаковка вот такого вот пакетика от китайцев, в котором должен быть подарок. Мелочевка, конечно, но тем не менее это приятно, когда есть подарки. Ну, запаковано, конечно, так себе. Вот здесь адаптер, переходник и карточка. Должен был китаец положить. Ага. И он положил еще вот такой самсунговский адаптер. Здесь обычный адаптер. Здесь адаптер прорезиненный. Тоже китайский какой-то, пластиковый. Пока распечатывать его не будем. Ну и, соответственно, самсунговская EVO Plus на 256. Здесь воды не боится, магнитных волн, температуры и, соответственно, больших перепадов разных электромагнитных излучений. 100 мегабит в секунду и 90 мегабит в секунду – это скоростные характеристики ее. Также здесь написано, что подходит для 4К видео. Посмотрим, потестим, что она из себя будет представлять. Внешне она запаяна хорошо. Написано, что вскрывать нужно вот здесь. Так мы сейчас и сделаем. Прорежем тонкий слой. Да, здесь внутри идет вот такая вот пластиковая вставка. Samsung делает на белом пластике. Это как бы их фишка, короночка есть. Присутствует номер манили, поэтому можно предположить, что это все-таки оригинал, хоть и для китайского рынка. Ну, пока мы ее вставим в адаптер и более детально уже будем проверять на нашем ноутбуке. Опять же, появился новый адаптер для лишней проверки. Никаких кодов для подтверждения здесь я не вижу. Была изготовлена 18 марта она. Ну, таких голограмм там, чего-то особенного ждать здесь не приходится. Обычная наклейка. В общем, ничего серьезного такого. Голограмм никаких здесь я не вижу. Всем, кому интересно, будет ссылка, это все наклейки. Ссылка будет в описании. Переходим, смотрим, заказываем. Всем пока. А, да, чуть не забыл. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот теперь точно, пока.